Я так люблю гулять, смотреть на это, рестораны праздничные. Обожаю. Обожаю их все. Обожаю вот эти здания. Может, ты за меня проведешь? Да. Фонтан красивый, обожаю тоже такой. Обожаю. О, женщина бегает. Ну перестань, не могу начать или нет. Не буду врать, немножко страшно. Продается сыр, который, видимо, можно нагреть, купить и есть. Посмотрите на размер этих сковородок, просто что. Надо попробовать. Все, что вы хотели знать о погоде в декабре в Париже. Всем привет! Доброе субботнее утро. И так как у нас сейчас идет период влогмаса, период праздников, то, конечно же, как и каждый год, мы в этом видео с вами отправляемся смотреть на рождественские ярмарки в Париже. Погнали! Да, именно сюда перенесли рождественскую ярмарку, которая раньше была на Елисейских полях. Если вам интересно, почему пропала ярмарка на Елисейских полях, то на самом деле там вопрос в легальности, то есть владелец ярмарки и владелец колеса, которое раньше стояло вот там вот на площади Конкорд, поссорился с администрацией Парижа, скажем так. Ну, там было не все легально, видимо, не все законно, и поэтому и колесо демонтировали, и ярмарки больше нет. А мы пришли слишком рано, и здесь все закрыто. В общем, мы пришли сюда, время действительно еще только 10 часов утра. И, ну, примерно, чуть позже. И все еще закрыто, на самом деле, только начинают все открывать. Поварешки вон там. Тут Замбони ездит, чистит каток. Ну и нам сказали, что ярмарка сама открыта с 11 до полуночи, поэтому мы вернемся сюда непосредственно к 11. А в Тюльри как будто лето совершенно. Ну что, я притащила мужа на колесо обозрения. На самом деле я здесь уже не каталась со времен. Каталась я еще на том, которое было на Конкорд, и это было года 3, наверное, уже назад. Так что, да, так что давайте прокатимся вот на этом. Билет стоит 12 евро взрослый. Ну что, поехали? Поехали, муж? Брать немножко страшно, особенно когда она останавливается просто посредине ничего, но вид потрясающий. Второй круг, поехали. Так, короче, походу тут три круга,
Муж уже обрадовался, что все, можно выходить, а нет. Блин. Ну, в общем, знаете. Ну что, 11, и мы вернулись. Тут уже начинают готовить. Здесь тоже что-то готовят. Bonjour. Что это такое? Продается сыр, который, видимо, можно нагреть, купить и есть. Смотрите, здесь продается суп. Мне кажется, я впервые вижу суп. Еще кастрюльки, что это суп? Ух ты! Сыр выскребает. О, обожаю вот эти стенды с коптящимся просто на твоих глазах лососем. Маленькое королевство нуги. Bonjour. Посмотрите на размер этих сковородок, просто что? Это, наверное, тартифлет. Самое такое известное, наверное, блюдо на ярмарках, которое я вам показываю каждый год. А здесь раклетница. Прошлого года цены на горячее вино очень сильно повысились. О, тут Дед Мороз готовится к фотосессии. Ну и, конечно, здесь тоже можно купить разную ерунду. Разные сувениры, пардон. Но мне больше нравятся стенды с едой, если честно. Это так уже. Обычно я мимо них хожу. Каштаны. Каштаны я пробовала в прошлом году. Можете зайти посмотреть прошлогоднее видео. И продолжение огромных сковородок. Выглядит это, конечно, все очень жирно. Вот тут что-то делают. А, колбаску нарезают.
покрытие уже, конечно, не идеальное. Надо бы на каток сходить. Как давно вы были на катке, скажите мне? Мне кажется, я уже, наверное, лет 5 назад только была на катке. И вообще, и вообще вы умеете кататься? Нет? Давайте напишите внизу. Посмотрите мое видео прошлого года, если вы еще не видели. Здесь был такой Санта-Клаус, который летал по небу. И вот он в этот раз тоже здесь есть. Вон там наверху, но сейчас еще не время. Или, может быть, это только вечером происходит. Но, в общем, если вам интересно, как это выглядит, то посмотрите, опять же, видео прошлого года. Ну что, мы обошли весь рыночек. В этот раз ничего поесть не успели. 12 seconds later. Всем еще раз привет. Мы вернулись на этот рыночек. Прошла неделя, мы вернулись, чтобы поесть. Потому что в прошлый раз мы не успели. И в этот раз, на самом деле, у нас тоже очень мало времени. Я замерзла. Пойдемте сядем где-нибудь здесь, например. Мы пересели внутрь домика, здесь потеплее и... Что может быть лучше горячей еды? Такой холод. Да, я знаю, выглядит не супер презентабельно. Но это очень вкусно. И если вы еще не видели предыдущие влоги с предыдущих лет, то обязательно посмотрите, там мы тоже едим всякую рождественскую еду. Короче, в этих домиках очень уютно. Буквально за 5 минут я даже чуть-чуть согрелась. А еще я хочу взять вот это вот с собой. Очень хочу попробовать эту штучку. Это, по сути, просто картошка, на самом деле. Вот она, эта штучка. По сути, это просто картофель такой, как в спиральку закрученный. Ну, давайте попробуем по дороге, потому что мы уже убегаем. Надо попробовать. Ой, вкусно. Реально, конечно, это прям жир, но это очень вкусно. Я на самом деле такое раньше не видела, точнее видела, но только на видео из Шотландии, из Эдинбурга. One pair of pants later. Все, что вы хотели знать о погоде в декабре в Париже. Черт, у меня на линзе вода. Блин, срочно вытирать. Короче, я вся мокрая. Вообще, я была без шапки. И мы пошли на рождественскую ярмарку. Класс, красота. Так вот, мы почти зашли. И был маленький дождичек такой, знаете, как мист такой, вот как спрейчик. И мне муж говорит, а что ты шапку не наденешь? Я говорю, блин, плюс 12, зачем надевать шапку? И тут произошло нечто. Как будто бы на нас просто вылили ведро воды. Это ведро воды до сих пор льется. И вот до такой степени, то есть... Я просто... У меня джинсы мокрые, чтобы вы понимали. Так что мы пошли сохнуть, а потом продолжим с ярмаркой. Если я буду к тому времени пандой, извините. Посмотрите, мы зашли в Ашан, и здесь уже просто везде праздник. Самые классные конфеты, мне кажется, это вот эти, которые я вижу. И у них есть взрывающиеся с петардами. Но здесь уже, да, здесь уже сумасшествие просто...
со всех сторон. Видите, сколько здесь есть видов этих конфет? Celebrations. Кстати, я не уверена, продаются ли в России вообще Celebrations. Не уверена, раньше точно не было, когда я там жила. Сейчас не знаю, есть или нет. Милка. О, адвент-календари. Здесь у нас даже каштаны есть. Я, кстати, такие не люблю. Скажите, вы пробовали или нет каштаны? У них очень красивая упаковка, но я не люблю каштаны такие вот засахаренные. Зато я люблю ногу. Ногу. Ну что, я немножко подсохла, совсем чуть-чуть, хотя волосы все еще мокрые. Но мы дошли до ярмарки на La Défense. Это та, которую я советую всем всегда. В этом году тут все красненькое, розовое. Раньше тут все было такое синенькое, по-моему, в прошлом году. Но вот прямо напротив арки. Это точно самая крупная ярмарка в Париже. И, ну, с тех пор, как нет той, которая была на Шанс-Элизе, на Елисейских полях. И она реально просто огромная. Практически все, что называется Paris de la Défense, то есть это такой как площадка, что ли, площадь. Все это занято, соответственно, домиками. И тут сразу уже сколько стоит? 8 евро. Сколько стоило в прошлом году? Не помню. Каждый год хочу купить одну из таких штук, чтобы добавить в декор дома. Мне кажется, это очень классно. Я нашла отличную штуку, чтобы посушить волосы. И тут сразу же со входа начинается еда. Смотрите, тартифлет. И вот тут тоже раклетницы стоят. Так, наша первая задача — это найти что-то поесть, потому что уже обед. Если честно, прям очень хочется есть. Так что погнали искать. Здесь готовят крепы, то есть блинчики и галеты. О, смотрите, это бретонские эти. Куньяман или как там это называлось, помните? Я пробовала это в Британии. Впервые вообще за все годы едим внутри, да, ведь? Да. Наконец-то! Обычно мы едим около столиков, у столиков, которые вот прям стоят у этих самых, как их назвать, домишек, там, где готовят, но сейчас, правда, мы просто все насквозь мокрые, и поэтому лучше посидеть там, где тепло, и мы зашли во внутрь. Так, мне принесли конфи из утки. Вот такая вот красота. И то, что называется олиго с сосиской, а у мужа, то есть это пюре, по сути, сосиска и горячее вино. У этого ресто есть еще наружная часть, и здесь, видите, такие более вещи, которые можно съесть на ходу, что ли, вот тут сэндвичи, те же самые сосиски. Мы, кстати, все время здесь каждый год едим, все время здесь одни и те же люди. Смотрите, здесь еще сосиски, колбаски, так уже маленькие. Кстати, на всякий случай, ну, просто мы сели, потому что там было очень холодно, но на самом деле есть на улице, конечно же, гораздо дешевле. Прям гораздо-гораздо евро на 7 дешевле, поэтому имейте в виду, если есть возможность, то лучше поесть на улице дешевле.
морепродукты. Кто помнит, как я в прошлом году ела устрицы впервые в жизни, как раз на этом рынке? Если вы не видите, то посмотрите. Здесь продают хлеб. Кто любит сувениры? О, всякие винги. Вот это, кстати, не очень. А вот этот довольно милый. И вот этот. Вот такими штуками я бы хотела украсить елочку. Вот здесь еще классно. Смотрите, вот этот прям супер. Вот этот тоже классно. Смотрите, какой венок. Здесь прям очень красивый. Я такие, мне кажется, еще даже не видела. Мне больше всего нравятся вот эти вот, которые как ягодки такие, покрытые снегом. Вот такие вот. Традиционные щелкунчики, смотрите, есть просто любые, на любой вкус и размер. О, вот это для печенек прям вообще отлично. Какой милый адвент-календарь. Это же просто милота в квадрате. Носочки вот такие вот на камин подвесить. Так, нам нужен камин. О, а здесь домик. Пер Нуэль. Домик Деда Мороза, или как по-французски называется, Пер Нуэль. Вон он там. Тут продукты с Корсики. Смотрите, сколько всего. Bonjour. О, обожаю вот эти стенды с сыром. Как вам такой размерчик нутеллы? Вот моя рука. Я думаю, мы сюда еще раз вернемся и попробуем уже чурос и еще что-то, потому что что-то мы наелись и надо будет попробовать отдельно. И огромный бутик, смотрите, фигурок для крэш. Просто огроменный. На самом деле все эти фигурки довольно дорогие, смотрите, 8-22 евро, есть еще за 6 и за 43, вот такая вот красота. Ну, те, кто любят делать крэш, давай. Да, чтобы сделать что-то вроде такого, но еще с городом вокруг. Вот что-то вроде такого. Видите, тут прям целый город. Я
Merci beaucoup. Спасибо. А с другой стороны, а зачем ждать? Подумали вы и взяли еще раз сразу. Thank you.